Одному из крупнейших вузов нашего региона имя видного государственного деятеля 16 века Мухаммеда Хайдара Дулати было дано в 1997 году 3 ноября. В связи с этим сегодня был проведен открытый урок на тему «Дулати на пороге 21 века», организованный преподавателями факультета гуманитарно-социальных наук, кафедры филологии и журналистики. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели кафедры. Студенты приняли активное участие в мероприятии, инициированном преподавателями факультета гуманитарно-социальных наук, кафедры филологии и журналистики. На собрании выпускники и студенты первых-третьих курсов выступили с докладами о Мухаммеде Хайдаре Дулати. Ежегодно в университете проводятся подобные традиционные мероприятия. С момента присвоения имени Дулати в нашем университете организовываются различные мероприятия. Ежегодно проводится конференция «Дулати Окулара». К примеру, в этом году для студентов первого курса ректор университета Талгат Ильясула провел лекцию о Дулати. Это ежегодная традиция. На собрании студенты с трепетом читали стихи посвящения и старались донести их до слушателей. Такие добрые мероприятия будут полезны учащимся. Глубокое изучение, всесторонний анализ наследия первого казахского историка, литератора, ученого с мировым именем Мухаммеда Хайдара Дулати позволит повысить достоверность представленных в нем сведений, отметила заведующая кафедрой. Сегодня знаменательный день для нашего университета Дулати. Ведь 3 ноября 1997 года по приказу нашего первого президента Елбасы Нурсултана Назарбаева наш Тарасский государственный университет получил имя Дулати. С тех пор в нашем университете сложилась традиция отмечать данную дату. По традиции проходят дни и неделя Дулати. В связи с этим проводится замечательное мероприятие, организованное факультетом гуманитарно-социальных наук, в частности, кафедрой филологии и журналистики. Выпускники 4-го курса филологической специальности и студенты первых-третьих курсов остановились на особенностях произведения Мухаммеда Хайдара Дулати, Тарихи Рашиди и Жаханнаме. Главная особенность этого мероприятия заключалась в том, что в ходе встречи говорились факты о Мухаммеде Хайдаре Дулати, которые раньше никогда не упоминались. Преподаватели кафедры филологии и журналистики поделились необычными сведениями о великом ученом. Завершилось мероприятие возложением цветов к его памятнику. Дни и недели Дулати будут продолжены и в дальнейшем. Данасамат Айгуль Пралиева, Ирбулат Жакаш, 77 News.